Всем добрый день, друзья! Хочу показать свою рассаду томатов, перцев, ну и цветочков. Здесь у меня 5 сортов томатов. Ну вот 18 стаканчиков, я думаю, нам хватит. Потому что я вообще садила по 10-11, нынче побольше посажу. Томатики. Вот эти вот вообще поздно вышли, я подсеивала. Я считаю, нормальные. Здесь у меня сидит калла. Вот калла, вот и вот. Здесь у меня вербенка. Так, ну здесь у меня черенки. Так, вот он у меня перчик, 5 штучек. Перчик вообще хороший. Так, там у меня вон розочка, розочками зацветает. Сейчас покажу. Вот такая вот розочками зацветает. Бегонька вечно цветущая. Вон у меня лилии как подросли. Из одной головки два стволика вышло. Махровую я взяла. Нежно-нежно розовая, красивая. Вот такая вот геранька. Ну, цветонос куда-то в сторону пошел. Там еще не цветут. Здесь я посеяла однолетники. Конечно, очень плохо все выходит. Так, здесь у меня капуста, брокколи. Лук. Этот, как его? Эксибишн. Здесь у меня надо тоже пересаживать ампельная петунька. Так, там у меня туечка, бегония. Это у меня, конечно, ой, как она забыла. Забыла. Там у меня черенки герани. Вот королевская геранька. Вон опять сколько повыпускала. Так, даже здесь у меня бегонечка. Так, здесь у меня фуксия и бегония. Все это я буду садить в огород, в горшки, куда там. Вот. Так, вот мой катарантус, 3 штучки. Ну, вот этот что-то мне не очень нравится. Ну, не знаю. Тут у меня аквилегия многолетняя. Так, это вот я черенковала петуньку. Тоже не знаю, как-то не очень она. Здесь тоже черенки у меня, вегетативные гвоздички. В общем, вот. Все растет. Все растет. Погода хорошая стоит. Снежок сел, уже чернеет. Вон, видите, как. Я лук уже подстригала раза два. Вот здесь не знаю. Все вроде капуста нормально. Что-то листочки вот здесь вот. Чего ей не хватает. Наверное, на солнышке ей тут жарко. Но я опять ее поставила, чтобы прохлада шла из окна. Видите? Вливаю вроде. Уже опять сухо. Вот это у меня колизея. Колизея, по-моему, колизея. А вот у меня это, как ее, лабелия. Конечно, нынче вообще мало лабелии. Ну, я не стала подсеивать. О, разлеглась, жарко. И еще у меня там стоят, да, я забыла. Здесь вот тоже я сегодня натыкала. Вот натыкала. Петунью вегетативную. А здесь у меня череночки гвоздики. Так, ну их я натыкала дней 5 назад, наверное. Жарко, да, Найда? Найда. У меня, друзья, завтра день рождения.
Я сегодня испекла торт Сникерс. Ну, завтра покажу. Он еще не готов. Надо еще будет это. Сейчас он настоится. Настоится. Я буду еще глазурью его покрывать. Вот. Дочки придут. Ой, как хорошо на улице. Прямо вообще. Конечно, снега много. Снега много. Ну вот, наверное, в начале апреля надо будет ехать на дачу. На этом буду прощаться с вами. Всем пока-пока.